Всем привет, друзья, с вами Косяк Драйвер 51 Рус. Давайте посмотрим, как в натуре, в реале грузят лес. Да? Манипулятором на КамАЗике какой-то 65-22 или 65, не помню как это. Вот вам, ребята, спинтайрос вживую, опять же. Город Вельск, Архангельская область. Никак не поставить, ребят, телефон. Никак. Давайте так еще поглядим. Видите, перекладывает, выбирает. Выбирает, где получше. Опа. О. Вот это у него культявка. Вот настоящий звук манипулятора, клешни, как брякает. Ого. Да. Велмаш у нас, да, манипулятор там написано какой-то. Это до хрена он взял. Давай себе бери, хватит перекладывать. КамАЗ, ребята, убитый, да не могу. Выглядит туза ужаснейшим образом. Весь размотан. Сразу видно, боевой лесовоз. Себе что-то мало выбрал хорошую березку. Это тоже в сторону. Как говорится, все на руках опять. Все прыгает, все бегает, ребята. Что-то смотрите, вот себе отборные только березы берет. Ровненькие. Видите, как ровно все уложил. Опа. Сразу видна рука профессионала, как говорится.
Так, это мелкий в сторону. И уже я так понял, что маленький он не берет. Тоненькие. Видите? О, вон едет КамАЗик у нас. Тоже, ребята, лесовоз. Манипулятор он пошел. Тоже за дровами. Это новенький КамАЗик. Видят, у них лесоповал прямо в городе. Сюда привозят, тут формируют. Тут еще где-то станция есть. Вот еще у нас есть машинка. Уже с дровами. Это сосну ребята потащили куда-то. Тут, ребят, на каждом шагу в Архангельской области лес пилят, выводят целыми делянками, там вырубают целые бары сосновые, рощи березовые. Куда не сунься, просто по трассе ехал я в отпуск, ну, времени нету сидеть записывать. Дорога, она есть дорога там. Ну так, сейчас вот пока свободное время есть, приехал сюда по делам, поэтому можно немножко поснимать. Оп, все раскатилось. Ядрен батон. Все раскатилось. Вот видите, кстати, манипулятор работает, человек, да, на манипуляторе, на КамАЗе. КамАЗ нифига не гудит сильно, не подгазовывает, то есть двигатель. То есть, в принципе, работает практически на, то ли на малых оборотах, может, чуть-чуть добавлено тут как-то газулька. Но не рычит на каждый подъем, там не надрывается мотор. Стоит, как на холостых молотит. Ни хрена его там шатает. Ну да, смотрите, он все карандашики себе прям повыбирал, прям обалденные. Что-то он там нашел внизу.
Вот и все, ребята. Заглушили вы. Парни, КамАЗ, перекур. Экономия соляры. Ну все, давайте будем, ребят, на этом. Не будем дожидаться. Мне по делам надо ехать. Не будем дожидаться полной погрузки там этого КамАЗа. Лесовоза, да? Все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Подтягивайте друзей. Подписывайтесь в группу. Всем удачки, всем пока. С вами, как всегда, был драйвер 51 Рус. Всем хорошего настроения, прекрасного лета, отпуска, отдыха. Всем удачи.